Друзья мои, приветствую вас на канале «Строю дом своими руками». Буквально всего лишь одну минуту вашего времени займу, просто показать и рассказать, что бывают вот такие вот товарищи, которые, не узнав локации, не узнав ландшафта, берутся за задачи, которые они, к сожалению, выполнить не могут. Чтобы вы понимали, вот это вековой гравий, по которому ездят машины, на котором уже были и зилы, и газики и так далее. Вот ребята ко мне на старом 130-м зиле завезли мне щебенку уже после ремонта той дороги. Ну, короче, сейчас вы все увидите. А арматура на ручке заезжала вот таким вот макаром. Хотел вам начать рассказывать про плиту своего будущего гаража и расскажу буквально через пару дней, уже монтирую этот ролик, но вот этот видос, он должен быть отдельно. Это, ну, запусти козла себе в огород называется. Давайте без комментариев покажу, вы посмотрите и в конце напишите ваши мысли. Вот можно так делать или нельзя так делать? И кто за это должен платить? Потому что я реально потом закапывал траншеи. Ну, смотрите, потом. Все, поехали. Это жесть какая-то. Что тут вообще творится нереальное. Ну, у меня спокойно ничего не бывает. Да это жесть какая. Уже оторвали там аккумуляторы, ее завернуло на фундамент, эту ручку. Жесть, сейчас покажу. Зато металл выгрузили хорошо. Вон там аккуму оторвало. И ее сюда просто навернуло, уже и на фундамент ее накидывали. Короче. Что не стройка, то какой-то трабл, бабл. Еще и дождь, блин, как не вовремя. Когда у меня было все спокойно, а, друзья, когда? Мне кажется, что можно было сразу без этого обойтись, без проблем. Давай пободрее, аппарат. Вот на нем надо... А, он не ручка. Понятно. А чё, кстати, правда, вы лапы не подняли и не подложились? Не вариант?
уже вот так. Я вам в следующем ролике покажу. Это пока просто зарисовка, потому что завтра ко мне приезжает миксер. Мы будем заливать уже бетон. И я вам очень много важных моментов покажу, нюансиков. Сейчас я подготавливаю лоток. Ну, вы все это увидите в следующем выпуске. Напишите ваш комментарий по этой теме, вот по вот этому погрузчику. Это жесть. Он с меня потом попросил еще за ту машину, которая приезжала его выдергивать. Ничего говорить не буду. Хочу услышать ваше мнение. Вот по вашей стройке, встречались ли вы с такими вот машинами? Ну, это жесть. Которая машина садится на ровном месте. Вы это видели. Или у меня что-то неправильно. Но вот по этому грунту у меня заезжало уже миллиард разных автомобилей. И проблем никаких ни у кого не возникает. Пишите. Поговорим. В комментариях прям хочется вот эту тему обмусолить. А через пару дней обещаю вам уже видос по плите. Все, до скорых встреч, я пошел работать.